День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы займемся оптимизацией нашего сайта. То есть мы все абсолютно уже сделали. Мы его оформили так, как посчитали нужно. Мы сделали несколько страниц. Мы подключили ему новый домен. Теперь надо провести оптимизацию сайта так, чтобы он хорошо продвигался в поисковых системах. Оптимизировать сегодня мы будем с вами вот этот вот мой сайт. Итак, вы первым делом должны понять, что есть оптимизация вся, полностью, так сказать, сайта, а есть оптимизация отдельных страниц. Вот для того, чтобы ваш сайт был полностью оптимизирован, в первую очередь нужно пройти оптимизацию всех страниц. Сейчас я нахожусь в управлении. Здесь у нас есть плашка SEO Master. Если я пройду сюда, то я буду оптимизировать сеть сайта. Поэтому сначала мы с вами поговорим о том, как оптимизировать каждую страничку сайта. Для этого надо зайти в редактор сайта. Вот редактор сайта. И в этом редакторе сайта у нас с вами есть страница. Именно здесь, в страницах, нам и необходимо оптимизировать буквально каждую страницу. Заходим на страничку «Главное». Вот я ее выделила сейчас. Здесь есть такие три кнопочки. Нажимаем на эти три кнопочки и видим, что у нас есть настройки SEO страницы. Вот эту часть появиться сайту в Google мы пока не трогаем. Мы работаем здесь с заголовком и описанием страницы, а также с ее адресом и ключевыми словами. То есть это обычная такая оптимизация. Именно такая же оптимизация у нас проходит и со статьями на WordPress. Это у меня уже оптимизирована страничка. Давайте мы перейдем с вами на другую страничку. Вот услуги. Я опять же конкретно для этой страницы выхожу на ее оптимизацию. И вот здесь, как вы видите, у меня не заполнено поля, которые необходимы для успешного продвижения сайта. Для того, чтобы все это заполнить, нам необходимо просто кликнуть вот по этому полю. Укажите заголовок страницы для поисковиков. Я оставляю SEO и пишу, что это услуги. Это страничка услуг. Пишу услуги. Так вот будет называться моя страничка. Дальше я должна сделать описание, то есть description страницы. Вот посмотрите, здесь показано снизу вид в поисковике. Вот заголовок, вот это вот у меня ссылка на эту страничку, а здесь пока ничего не записано, поэтому я сейчас здесь должна написать, о чем эта страничка. Вот я заполнила описание и, кликнув вот сюда по этому полю, я увидела, что описание для поисковика, то есть в сниппете, у меня изменилось. Давайте мы его прикроем вот так вот. И здесь есть возможность скрыть страницу в результатах поиска, а есть возможность ее открыть. Если вы ее оптимизировали, то, конечно, ее надо открыть. Адрес страницы можно поменять. Ну, например, изменить ее на услуги, да, для того, чтобы, как мы говорили, ключевое слово услуги, в данном случае у меня здесь, чтобы оно было в адресе страницы. Но я пока оставляю этот адрес именно такой, как есть, потому что у меня же этот сайт уже поисковая система индексировала. Поэтому для того, чтобы не было 404 ошибки, я просто оставляю здесь название прежнее. Сюда я добавляю ключевые слова. Вот таким образом я все сделала. Теперь я пишу здесь, кликаю на эту кнопку «Готово», и моя страничка оптимизирована. Точно так же я могу оптимизировать страницу новости блога, но я этого делать не буду. Теперь мы переходим с вами к оптимизации конкретно всего сайта. Заходим на ту страничку, с которой мы начинали, то есть с панели управления сайтом, и выходим вот сюда, в SEO Master, кликаю на кнопку «Оптимизировать сайт», и конструктор Wix предлагает нам с вами чек-лист, который состоит из 16 пунктов,
для вот этого сайта, по которому нужно пройтись тщательно. И если есть какие-то ошибки, то эти ошибки исправить. Но первое, что я сделала, это я, естественно, для этого сайта заполнила ключевые слова. Всего ключевых слов советуют сюда вставить 5. Вот я сейчас кликаю сюда «Редактировать». Здесь можно отредактировать общую информацию. Название бизнеса или сайта я оставляю все для начинающего блогера. Местоположение я могу оставить пустым, могу написать, что это Россия. Не буду писать, какой город и какая область, просто пишу Россия. Здесь, как видите, 5 ключевых слов я уже установила. Нажав вот на этот крестик, любое из этих слов я могу удалить. И, как видите, всего ключевых слов 5 из 5 возможных. Я прошу показать сайт в результатах поиска и сохраняю информацию. Выхожу на главную. С левой стороны, как видите, у меня здесь меню для работы. И вижу те моменты, которые надо исправить. Ну, например, вот здесь мне нужно обновить SEO-заголовок страницы. Не очень понравился SEO-заголовок страницы персональному путеводителю. Кликаю вот на эту ссылочку вперед, читаю, почему это так важно, читаю предложение и выбираю то, что больше всего мне подходит. Обратите внимание, что здесь у меня есть 3 варианта. Первый вариант я нажимаю вот сейчас, у меня SEO Россия, все для начинающего блогера. Второй вариант WordPress Россия, все для начинающего блогера. И третий вариант блог Россия, все для начинающего блогера. Я выбираю то, что мне больше всего подходит, это SEO Россия, все для начинающего блогера. Копирую это название и выхожу в редактор меню страниц. Посмотрите, захожу в редактор и на главной странице в опции SEO страницы меняю заголовок на тот, который мне предложили. Просто вставляю его сюда. Вижу в поисковике, как это все выглядит. Пишу «Готово». Не забудьте опубликовать то, что вы сделали. Заходим в «Мои сайты». И вот здесь необходимо сделать обновление. Вот давайте поднимемся вверх и увидим, что у меня сейчас 8 позиций из 16 оптимизированы. Я сейчас кликаю на кнопку «Обновить». И вижу, что у меня уже 9 позиций из 16 уже сделаны правильно. Следующий знак вопроса стоит. Измените SEO-описание главной страницы. Подсказано, что мне нужно добавить в описание. Здесь 3 пункта. Одно из ключевых слов у меня появляется в описании. Описание оптимальной длины, но не включен в текст название сайта или бизнеса. Давайте опять пройдем в редактор. Выйдем на эту страницу. Зайдем в описание страницы. Поставлю вот здесь прямой слэш. И напишу название своего блога. Готово. Опубликовываю страничку. Обновляю страничку. Как видите, у меня появилась зеленая кнопочка здесь. Если я поднимаюсь сюда вверх, у меня появляется уже 10 позиций. Но было до этого 16 позиций в чек-листе. Теперь мне предложена еще какая-то дополнительная позиция. Содержание главной страницы оптимизировано. Отправить на индексацию в Google, это мы сделаем чуть позже. Alt-текст главной страницы выглядит хорошо. А вот здесь нет контактной информации на главной странице. Кликаем вперед и выясняем, почему это так важно. Что нужно сделать? Контактная информация добавлена. Адрес электронной почты выглядит хорошо, но нет местоположения. Россия нужно добавить. Поэтому иду опять в редактор. И, наверное, вот здесь вот в футере, в редакции текста, добавлю страну Россия. E-mail у меня вот здесь на этой кнопке есть, поэтому он считается оформленным правильно. Пишу «Опубликовать».
и обновляю информацию. Местоположение отредактировано. Если поднимаюсь вверх, то вижу, что 11 пунктов из 17 сделаны. Ссылки для соцсетей на главной странице обновлены. Посмотрите, вот у меня еще есть ссылочка «Смотреть все». Что это за ссылочка? Это ссылочка, которая дает мне информацию о том, что страница новости блога я не дооформила. Поэтому здесь необходимо нам провести эту работу. Ну, то есть обновить заголовок страницы новости блога. Сейчас я это сделаю. Сразу же сделаю description, чтобы не возвращаться больше сюда. Открываю ее в результатах поиска и добавляю ключи. Пишу готово. Опубликовываю обязательно. Не забудьте, что это надо обязательно делать. Выхожу в мои сайты и обновляю страничку. Итак, проверяем. Из 14 пунктов остался один пункт, который у меня не сделан до конца. Это нужно отправить сайт на индексацию в Google. Кликаю вперед. Перехожу вот по этой кнопке. Мне предлагается отправить сайт на индексацию. Кликаю. Выбираю аккаунт, с которым я хотела бы работать Gmail. Разрешаю объединить свой сайт с Google Search Console и получаю хорошую оценку. Кликаю «Обновить». Мне предлагают, что надо в первую очередь сохранить информацию о сайте, то есть я очередной раз делаю публикацию. Выхожу сюда и кликаю «Обновить». Как видите, отлично, все пункты чек-листа выполнены. Если вы хотите что-либо узнать больше, то можете пройти вот по этой кнопке. Итак, вот таким образом вы настраиваете свой сайт. Вот из 14 пунктов 14 оптимизировано. Вы настраиваете свой сайт для успешной индексации и продвижения вашего сайта в поисковых системах. Мы сейчас объединили его с Google. В первую очередь будет работать Google с вашим сайтом. Но и Яндекс, увидев, что у вас полностью сайт оптимизирован, тоже не останется в стороне. Итак, всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. Мы полностью завершили создание, оформление и продвижение нашего сайта, созданного в конструкторе Wix. До новых встреч!